что группа Порто Морис должна была сегодня выступать в полном составе, но нас всех заразил некий вирус, которому я оказался наиболее устойчив. Поэтому сегодня я исполнил вам сам песни под акустику. Но пока еще не до конца решил, какие. Я узнал, что разведенные мосты можно долго наблюдать издалека. Я узнал, что разведенные мосты можно долго наблюдать издалека. А я люблю, когда все серьезно, и своих мыслей свожу на тебя искусственный свет. Я подожду, когда станет поздно, и только время мне сможет сказать, что тебя рядом нет. Проживаем сотни дней, из них точно помним 10 или 5. Только словно мы из тысячи людей, лишь кого-то одного так долго ждать. Только словно мы из тысячи людей, лишь кого-то одного так долго ждать. А я люблю, когда все серьезно, и своих мыслей свожу на тебя искусственный свет. Я подожду, когда станет поздно, и только время мне сможет сказать, что тебя рядом нет. Когда все серьезно, и своих мыслей свожу на тебе искусственный свет. Я подожду, когда станет поздно, и только время мне сможет сказать, что тебя рядом нет. И только время мне сможет сказать, что тебя рядом нет. Очень надеемся, что это хотя бы чем-то помогает тем, кто в этом нуждается. Я не знаю, сколько мы сегодня соберем средств общими усилиями, но самое главное, чтобы они дошли до детей. И, к сожалению, в нашем мире есть такая ситуация, что у некоторых есть очень много всего, а некоторые почему-то вынуждены стоять с протянутой рукой. Так вот, сегодня у нас День Святого Валентина. Хотя это, наверное, никак не связано. В общем, давайте надеяться на то, что все мы как-то будем более, что ли, успешными, добрыми, и поменьше станет тех, кто нуждается. Спасибо. Мне не дано стать. У меня внутри 100 000 слов их не назвать. Но где ты теперь, с кем ты теперь? Я перестал есть. Как-то стало ясно, ты не здесь.
Вечер приходит вслед за днем и тянется до утра. Я-то понимаю, что мне выспаться пора, но я не могу, я не хочу, я не готов спать. Между нами надо что-то менять. Но я не знаю, где ты, с кем ты, что ты творишь. А ведь прошло уже 13 дней, как ты не звонишь. Мне всюду слышится твой голос, ты говоришь. Но ведь уже 13 дней прошло, а ты не звонишь. Я бы звонил сам. Если подождать еще, отправлюсь к небесам. Но голос мою каменную я не готов убрать. Между ней и тобой мне выбирать. Я не хочу употреблять и уже не могу курить. Все, что нужно сделать, это просто позвонить. Но виски-табак, заполонен стол. Есть одно лишь лекарство, рок-н-ролл. Но я не знаю, где ты, с кем ты, что ты творишь. А ведь прошло уже 13 дней, как ты не звонил. Мне всюду слышится твой голос, ты говоришь. Но ведь уже 13 дней прошло, а ты не звонил. Я никогда не посвящал тебе ни песен, ни стихов. И вот теперь лови, читай, но вкус моих веров. Пусть оставит меня до сентября, и я разгребу стол. А пока пусть встречен рок-н-ролл. Но я не знаю, где ты, с кем ты, что ты творишь. А ведь прошло уже 13 дней, как ты не звонишь. Мне всюду слышится твой голос, ты говоришь. Но ведь еще 13 дней прошло, и не звонишь. Ты уже несколько дней подряд зовешь к себе домой. Говоришь, что на улице гром, и тебе страшно ночевать одной. Ночевать одной. Я начинаю бояться, иду за тобой. Сидит в твоей большой квартире и неспешно примчали. Твоя рука подтянулась к выключателю, но я ору, ты не выключай. Ты не выключай. Я продолжаю бояться, и нет, ты не огорчай. Ты загнала меня в пугом, я угнетен, я боюсь. Я очень сильно напуган, я обречен, я сдаюсь. Я точно знаю, что завтра в твоих объятиях проснусь. И я смотрю, как ты на флейте мне играешь блюз. Квартире, и есть одна лишь кровать. И ты специально послала меня сюда. А мне ведь завтра в 7 часов вставать. В 7 часов вставать. Придется лечь с тобой вместе, но не смей приставать. И перед сном я написал 5 смс-ок жене о том, что праздник на работе, и что за руль не сяду, так как истина в вине. Истина в вине. Короче, буду я завтра отдыхай во сне. Ты загнала меня пугом, я угнетен, я боюсь. Я очень сильно напуган, я обречен, я сдаюсь. Я точно знаю, что завтра в твоих объятиях проснусь. Детка, сыграй на пианино блюз. Не было холодно, как будто зимой. И я укрылся одеялом, оказавшись под ним рядом с тобой. Рядом с тобой. И тут не выдержал бы точно совершенно любой. Но я держался до последнего, почти до утра. Старался думать о жене и о работе, и о том, что уже спать пора. Я угнетен, я боюсь, я очень сильно.
сильно напуган. Я обречен, я сдаюсь. Это что за то, что завтра в твоих объятиях проснусь. И я смотрю, как ты на флейте мне играешь брюс.